«Солнышко в ладошках». Под таким девизом Кызылское отделение Всероссийского общества инвалидов совместно с Центром русской культуры запустили проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети вместе с родителями познают азы рукоделия и лепки из самых разных материалов. На сегодняшнем мастер-классе ребята учатся делать вазы из глины. В прошлом году Кызылская городская организация Всероссийского общества инвалидов победила в двух разных грантовых конкурсах. Первый конкурс проводил Минтруд Тувы, и мы там получили поддержку на проект «Няня на час». Второй конкурс проводила Агентство по делам национальностей республики, и мы там победили с проектом «Солнышко в ладошках». Вот вы видите за моей спиной, проходит мастер-класс. В рамках этого проекта предусмотрено несколько различных мастер-классов по лепке из глины, по лепке из соленого теста. К 8 марта мы делали сережки в подарок мамам, дети делали своими руками. Дальше у нас еще много разных мастер-классов. Проекты у нас, оба проекта, до 1 июня. И я надеюсь, что к 1 июня вот по мастер-классам мы уже сделаем отчетную выставку. Приглашаем уже заранее всех, выставка-продажа будет. Мы приглашаем все министерства и ведомства купить изделия детей, сделанные детей-инвалидов своими руками. Систематические занятия рукоделием открывают возможность для развития инициативы, творчества, активизируют мышление, в частности, у детей с ОВЗ. В процессе освоения программы дети приобретают навыки работы с различным материалом, умение соблюдать осторожность при работе с режущими инструментами. Кроме того, занятие ручным трудом развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами. Мы любим всякие вещи руками делать. Ну, давай еще бери. Это же природный материал, это же вообще классно. На. И для развития хорошо тоже. Для особенных детей хорошо что-то делать руками. Мелкая моторика развивается, конечно. Ну, просто интересно же что-то другое. Мы же дома, у нас нету такой глины. Дома же мы так не умеем вот такие вазы лепить. А здесь умеем, вот какую красоту лепить.